Здравствуйте, я Елена, эксперт МВидео. А это кофемашина Philips с системой подачи молока Latte Go. Дизайн сразу обращает на себя внимание, согласитесь. Строгие формы, черный матовый корпус с элегантными серебристыми акцентами выглядят сдержанно и в то же время стильно. Как говорится, без лишних украшательств, с очень хорошей сборкой. Этот качественный аппарат придется по вкусу даже кофеманам со стажем, ведь незаурядные возможности и широкий диапазон функций позволяют готовить вкусный кофе за считанные минуты. Самое приятное, что все процессы здесь полностью автоматизированы. Вам не придется прилагать усилия, чтобы получить чашку крепкого и ароматного кофе. Просто засыпьте зерна в специальный отсек, и аппарат сам измельчит их до нужного состояния. Можно выбрать степень помола по вашему вкусу, здесь их аж 12. Правило простое. Чем больше крупинки, тем мягче будет вкус напитка. Мелкие гранулы, наоборот, сделают его насыщенным и крепким. Еще один плюс кофемолки – керамические жернова. Они сохраняют помол равномерным и не перегревают зерна. Удобно, что контейнер для зерен довольно большой, почти 300 граммов, так что можно не вспоминать о его пополнении неделю-другую. А прорезиненные края крышки позволяют сохранять вкус и аромат свежих зерен. Кстати, использовать молотый кофе тут тоже можно. Эта опция будет актуальна для тех, кто предпочитает наслаждаться кофе без кофеина. Аппарат готовит 5 классических напитков – капучино, латте макиато, эспрессо, американо и черный кофе. Без преувеличения, одной кнопкой и ничуть не хуже, чем в настоящей итальянской кофейне. Нет ни единого шанса запутаться в настройках. Искусство кофеварения еще никогда не было таким простым. Но главная фишка данной модели – автоматический капучинатор Latte Go. Он сам забьет молоко в пену и подаст его прямо в чашку. Удобно. Но и это еще не все. В отличие от обычных капучинаторов, со множеством трубочек и элементов, которые надо регулярно разбирать и использовать специальные средства для очистки, этот капучинатор состоит всего из двух частей и в уходе неприхотлив. Достаточно отсоединить части, ополоснуть их под краном и готово. Дело на 15 секунд. А если после приготовления молоко осталось, кувшин можно легко снять, накрыть специальной крышкой и поставить в холодильник. Еще из полезных функций. Здесь есть регулировка температуры, объема горячей воды и молока, а также крепости кофе. Такая возможность будет полезна и тем, кто предпочитает смаковать более крепкий кофе из маленьких чашек, и тем, кто любит пить более мягкий кофе большими порциями. Также можно задать собственные параметры объема кофе и молочной пенки. Кстати, положение диспенсера для подачи напитка тут тоже очень просто настраивать. Поместится даже высокий стакан. А это, между прочим, редкость среди кофемашин. Обычно они рассчитаны на невысокие кружки. Удобство добавляет и возможность готовить сразу 2 порции кофе. Незаменимая функция для семейных пар, которые собираются на работу в одно время. Резервуар для воды вместительный. Здесь чуть меньше 2 литров. Такого объема хватит, чтобы сварить как минимум 10 чашек кофе. Так что подливать жидкость часто не придется. Но даже когда время до заправки придет, это не проблема. Контейнер съемный. В таком случае машина подаст сигнал, но это можно заметить и самостоятельно. У контейнера прозрачные стенки. Особенно хотелось бы заострить внимание на том, что эта кофемашина невероятно проста в обслуживании. Съемная варочная группа легко чистится, а более трудоемкой очистки от накипи можно легко избежать, используя фильтр для воды AquaClean, с которым она не потребуется более 3 лет, если готовить по 4 напитка в день. К слову, фильтр не только препятствует образованию известкового налета, но и обеспечивает насыщенный аромат кофе. Поэтому не забывайте вовремя менять картридж. Аппарат сам напомнит вам об этом, когда придет время. Ну а если вы стараетесь экономить электричество, то обязательно оцените по достоинству функцию автоматического выключения. Устройство самостоятельно завершит работу, если его не используют в течение получаса. Автоматическая кофемашина Philips подарит манящий аромат и потрясающий вкус напитков, а также заряд энергии на весь день. Приготовить бодрящий эспрессо или нежный капучино еще никогда не было так просто. На этом я с вами прощаюсь и вместе с МВидео желаю вам удачных покупок. МВидео. Нам не все равно.